Эдди и Фрэнк уже прочесывают Бримстон. Да, новички притащили тебя. Твоего Джонни. Он не горел желанием тебя видеть. Сейчас он дрожит со страху в задней комнате. Идем. Хорошо. Как по мне, этот тип – смесь клоуна с бомжом. Он не у моста Квинсборо жил, а под мостом. Картонный колонн. Доброго времени суток, уважаемые зрители. С вами Литл Вульф, и мы продолжаем прохождение The Darkness 2. Привет, как жена, дети? Он в настроении. Он в твоем распоряжении. Пусть остальные сидят хоть на Северном полюсе, тебе пофигу! Мне нет. Джонни, на кого ты похож? Я нанял тебя как эксперта. Я заплатил тебе хорошие деньги, чтобы ты помог мне. А ты сбежал от меня среди ночи. Почему? Джеки, я сделал, что мог, чтобы помочь тебе с тьмой. Но не мог же я вечно сидеть возле тебя. Эта долбанная тьма неотразима. Я слышал ее. Она нашептывала мне разные вещи. Она начала изменять меня. Ты меня убьешь? Я до этого здесь. Я выпустил ее, Джонни. И не знаю, справлюсь ли с ней. Ты выпустил тьму? Боже мой, Джеки. Это просто самоубийство. Тогда помоги мне управлять ей. Тьмой нельзя управлять, Джеки. Ты сжимаешься от страха и молишься, чтобы она ушла. И чем дольше она с тобой, тем больше подчиняет тебя. Ставит ловушки, заставляет видеть глюки. Мне нужна твоя помощь. Будешь при мне, пока я тебя не отпущу. Какие-то ублюдки атакуют мою семью со всех сторон. Те, кто послал пакет, как-то связаны с тьмой. Мне нужно, чтобы ты выяснил, кто они и что они знают. Окей, окей. Постараюсь помочь. Дело пойдет быстрее, если твои гориллы меня развяжут. Пожалуйста. Кто, тьма? Да. Вот почему, кстати, он говорит о том, чего нету. Можешь его развязать, но отсюда не выпускать. Ясно? Этот тип сорвался с катушек. Раньше он казался умным, а теперь похож на кусок дерьма. Эй, Фрэнк и Эдди вернулись из клуба. Они с Джимми ждут тебя в конторе. Спасибо, Вин. Не слушай этот голос в голове, Джеки. Бойся тьмы, как самого дьявола. Все, что она говорит, ложь. Хорошо. Я жажду крови. Ладно, странно. О. А после поедания сердца добавляется больше здоровья. Предметы, схваченные демонической рукой, будут взрываться при ударе после броска. А что-то еще? При убийстве врага с помощью вампирской казни дает больше здоровья. Схватите беспомощного врага и нажмите 2, чтобы выполнить киберскую казнь и получить дополнительные патроны. О, давайте. Все очень странно. Шеф, ты умеешь вообще разговаривать? Нет? Я думал, у нас на лаке. Плохо дело. Совсем паршиво. Что это? Джеки? Эй, Джеки. Говорят, ты вломился в Вифти и компании по полной. Да. Это научит ублюдков, как вести себя в ресторане. Конечно. Привет, Джеки. Здравствуй, здравствуй. Напомни, аккуратность синоним успеха. Реки крови оставь для фильма. Ладно. Джеки, Джимми не видел? Нет. Тебе не кажется странным, что какой-то бродяга слонялся по нашему зданию?
Очень странно. Рассчитывай на меня, Джеки. Привет, Джеки! Давай, Джеки, это же отличная забава, нет? Эй, босс, не поможешь мне с летучими мышами, а? Стреляй, не то улетят и засрут все кругом. Было уже написано, голубей. А я не успел. Ай-яй-яй. Где еще голуби? Сразу минус два. Ну, практически. Что-то... Что-то было. А музыка вот тут? Чё? Чё? Не знаю. То есть никто не знает, от чего едет крыша, но психа сразу видать, верно? Да, знаешь, да. Его отец свихнулся много лет назад. Может, это у него наследственное... в этих, как там, ну, генах. Что же, учитесь, есть что сказать мне в лицо? Нет, босс, мы ждем твоих приказов. А ты? Мы хотим помочь, Джеки. Так я и думал. Здорово. Здравствуй. Говорят, ты убрал Свифти. Да, хотел бы я на это посмотреть. А где торт-то? Придет время, и я женюсь на какой-нибудь пышечке, куплю кафешку и отойду от дел. Да. Ладно. Джеки, у меня есть новости. Да-да. Этот козел Свифти был прав. Уроды, которые на нас напали, сидят в Бримстоне. Ну что, разузнали, умники? Это Эдди узнал. А я был в это время, кажется, занят. Ну да, тянул кокс с задницы шлюхи. Я не мог отвлечься. Пока этим двум болванам полировали члены, одна из шлюх начала болтать про новых хозяев. Я был с этой Камилой. Она говорит, бордель продали. Новые владельцы живут там же, наверху. Да, но это не все. Она говорит, что видела там странного хромого типа. Мол, выглядит, как обдолбанный Носферату. Что еще за Носферату? Твоя бабушка. Не знаю, там ли еще этот псих и его парни. Но проверить не мешает. Ладно, хватит трудеть. Я схожу туда. Как скажешь, Джеки. Винни знает пару девок, они проведут тебя. Да-да, хорошо. Носферату, это же демон. Какой-то из демонов. Мне ничего, дай пойти. Здорово, Джеки. Здравствуй, эй, Джеки, здравствуй. Это ты шумиху поднял или как? Ну, конечно. Славный ты малый, Джеки. Сколько тебя помню, никогда от драки не бегал. А то. Как у тебя дела, Джеки? Нормально, тетя Сара. Как у вас? У меня артрит и колени болят. Я долго не протяну. А ты как думал? Ох, вы просто чудо. А ты погано выглядишь, знаешь? Я сделаю твою любимую пасту. Через пару часов будет готово. Тебе домашняя пища не помешает. Я вас люблю. Ну еще бы. Эй, Джеки, Джимми сказал мне про клуб Бримстон. Жуткий гадюшник.
тебе там шлюха? Ну, я не хожу по таким притонам, но туда заходит один мой приятель. Иногда, когда другие закрыты. Ночью. Ну да, ну да. Я знаю одну девку, Венеру. Она может провести тебя внутрь. Новые хозяева очень строги насчет пушек, но мы через Венеру заранее передадим чистый ствол с глушителем. Ты это... припугни их этой своей штукой. Еще бы. Ладно? Пора понять, что происходит. Было бы здорово. Едем в эту дыру, Винни. Ну, наконец-то. Вперед. Джеки, Джеки, стой! Ну, в чем дело? Что такое? Еще раз. Этот пакет. Откуда он у тебя? Я взял его с трупа киллера. О, блин! А в чем дело? Нет, ничего. Ну, мне надо кое-что выяснить. Удачной охоты. Мы пока сводим его в запах. Дебилы это любят. Едем, Бини. Ну вот, молодец. Ну что, пощекочем его вымя? Вдруг что выйдет, а? Уселся между нами двумя. Дженни взглянула на него и уронила мороженое ему на штаны. Он толкнул ее. И вот тогда я урезонил ублюдка. Пару месяцев в больнице ему будет о чем подумать. А Дженни не разговаривала со мной неделю. Короче, тогда у него еще тьма проявлялась. Какой-нибудь. Вот это смешно, прям. Мы знакомы? Да, конечно. Не думаю, шеф. Ты бы не забыл. Надо тебя обыскать. А ищи. Ну. Да, вот так. Руки в стороны. У нас тут все тихо. Пизда. Ты под кайфом, бычок? Да, я. Чтоб все испортить. Вроде чистый. Заходи. Приятного вечера. Тебе сюда, парень. Чего ты хочешь? Где Венера? О, Джоуи,
вот и Венера. Хочешь развлечься? Ты, значит, Венера? Я Джеки, друг Вени. Да, друзья Вени, мои друзья. Поднимешься ко мне в комнату? Для тебя я устрою особенное представление. Идем, милый? Вот этого делать не надо. Если что-то пойдет не так, я умру. Ой-ля-ля. Где там? Кто ранен? Ты идешь вообще? Доберешься до люка? Так, мне нужна твоя помощь. Закрой-ка гляделки. Стой, ты что сейчас сделал? Извлекатель был утерян, но Виктор искал его годы по всему миру.
теперь он у братства. С ним весь мир будет у нас. Закрой дверь, и я сам спрошу. Чё-то я застреваю. Блин, я застреваю. Невидимая стенка какая-то. Уходи! Да куда мне уходить? Я застрял. Теперь стелс типа? Да что ж такое-то, а? Застреваю, все. Намного. Пошли искать уродов, которые напали на меня. Больше здоровья. Ускоряет перезарядку всех видов оружия. Вот это здорово. Кто меня палит? Куда мне патроны? Очень. Мне тоже нравится. Thank you.
слышишь, Джеки? Беги! Уходи от света! Попался. Да куда же я уйду? Что ты делаешь? Очнулся. Славно. Осторожно. Принёк на весь взмок? Это хорошо. Берись за дело. Когда переход завершится, мы получим искомое. Уверяю тебя, я предпочел бы избежать этого, Джеки. Но сейчас решение только за тобой. Так это ты напал на нас в нашем ресторане, да? Заткнись, не думай. Только слушай. У тебя есть кое-что чужое. Именно то, что мы потеряли. Теперь тебе лучше это вернуть. Твоя судьба меня не волнует. Меня интересует только одно. Понимаю, о чем ты. Конечно, нет. Но ты слишком беспечен. И очень много бандитов в этом городе считают, что в тебе живет демон. Ресторан был проверкой, мы узнали, что ты новый хозяин тьмы. Она теперь у тебя. Верни ее. Я чувствую, как ты мечешься. Что, нервничаешь? Ты слишком глуп, чтобы бояться и почитать тьму, как положено, Джек. Читает болванов, которыми можно управлять, и избегает умных людей, способных управлять и ей. Я спрошу один раз, ты отдашь мне тьму по доброй воле или нет? Попробуй возьми ее сам, раз ты такой умный! Ты читаешь только комиксы и меню? Есть правила. Тьма передается лишь согласие носителя. Придется получить твое согласие. Мистер Бимиш, будьте любезны. Смотри, красавчик. Этот триллер специально для тебя. Тьма заставила тебя смотреть на смерть Дженни. С самого начала она подчинила тебя. Признай, Джеки, ты не можешь управлять тьмой и не сможешь. Отдай тьму тем, кто с ней справится. Приток темной сущности в извлекатель говорит мне, что ты почти готов уступить. Попробую упростить тебе решение. Мистер Брэк. Ясно. Так это была твоя девушка, Джеки. Да, шлюхи с колечком в губе хорошо сосут. А ей разнесли башку, и ты не смог дать ей в рот. Джеки! А, Джеки, этих уродов все больше! Не сдавайся, Джеки! Мы еще держимся! Заткнись! Вас атакуют по всему городу. Мы хотим и можем поставить вашу семью на колени, а совсем скоро мы захватим твой дом. Решай, Джеки. Вопрос уже не только о тебе. Делай свой выбор, левый или правый. Фрэнком и леди. Джеки, нет! Не поступай так со мной! Вот ты сука! Обоссался. Ты молодец, Джеки. Пусть все знают, что мы будем защищаться. Закрой свой долбанутый рот, ты уже труп. И опять выпустил джина из бутылки. Для тьмы ты просто марионетка из кожи. Последний шанс. Ну что, ты отдашь мне тьму добровольно? Пошел ты. Тогда ее возьму я. Я пытаюсь помочь тебе, но ты слишком туп. Хорошо, я буду говорить языком, который поймешь даже ты. Мистер Брэк, уничтожьте всех в доме. Найдите старуху и отрежьте ей руки. Слушай, может отрезать ее отвисшие сиськи?
Что ты на это скажешь, Джеки? Да, ты не мог управлять тьмой и потерял Дженни. Боюсь, теперь ты потеряешь всех, кто тебе дорог, из-за своего упрямства и тупости. Давай бей его. По зубам не жалей. Джеки! Совсем немного. Так, продолжайте им заниматься. Для ритуала он должен быть как можно слабее. Нет, прокачать еще ничего не могу. То есть у него как марионетка. Почему? Убиваем.
А на этом мы с вами прощаемся. С вами был Little Queen. Всем удачи и до новых встреч.